Многовековая история, богатое культурное наследие, мировой центр экономического развития Северо-Восточная Азия. Объединение регионов для создания единого глобального сообщества Северо-Восточной Азии, стремящегося к миру и процветанию. Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. В 21 веке, в эпоху глобализации, страны объединяются в международные организации для решения глобальных вопросов. Регион Северо-Восточной Азии является одной из трех экономических осей мира, что диктовало необходимость создания международной организации, объединяющей региональные правительства стран Северо-Восточной Азии. В сентябре 1996 года в рамках встречи представителей регионов четырех стран Северо-Восточной Азии в провинции Кёнсан-Пукто Республики Корея была учреждена АРАСФА. Основываясь на принципах равенства, взаимной выгоды, доверия и уважения, регионы объединились с целью совместного развития и укрепления мира. АРАСФА была основана администрациями четырех стран, включая Китай, Японию, Республику Корея и Россию. В 1998 году к ассоциации присоединилась Монголия, в 2002 году – КНДР. В настоящее время членами ассоциации являются 11 провинций Китая, в том числе провинция Хэйлунцзян, 11 префектур Японии, в том числе префектура Хёго, 16 провинций Республики Корея, в том числе провинция Кёнсан-Пукто, 22 аймака Монголии, в том числе Туве-Аймак, 16 регионов Российской Федерации, в том числе Республика Саха-Якутия, 2 члена КНДР, в том числе провинция Хамгён-Пукто и город прямого подчинения Расон. Таким образом, АРАСФА развивает сотрудничество между 78 региональными администрациями 6 стран с общим населением 666 миллионов человек. В 2017 году ассоциация приняла город Хо-Ши-Мин, Вьетнам, в качестве члена-корреспондента, тем самым расширив свою деятельность за пределами Северо-Восточной Азии. Деятельность ассоциации осуществляется посредством проведения Генеральной Ассамблеи, являющейся высшим органом принятия решений, а также посредством работы секретариата, проведения заседаний рабочей комиссии и подкомиссий. Генеральная Ассамблея состоит из глав региональных администраций и проводится раз в два года. Секретариат АРАСФА располагается в городе Пхохан, провинции Кёнсан-Пукто, Республики Корея, выполняет административную функцию и обеспечивает связь между регионами-членами. Рабочая комиссия проводится поочередно с Генеральной Ассамблеей раз в два года и состоит из официальных представителей региональных администраций. На рабочей комиссии обсуждаются вопросы повестки предстоящей Генеральной Ассамблеи. Подкомиссии делятся по различным направлениям, в том числе по экономическим и гуманитарным обменам, экологии, сельскому хозяйству и другим направлениям. Каждая подкомиссия курируется региональной администрацией, избранной в качестве координатора подкомиссии. АРАСФА является площадкой для сотрудничества в регионе Северо-Восточной Азии и проводит ряд мероприятий. Ежегодно на регулярной основе проводятся заседания на рабочем уровне, где принимают участие ответственные сотрудники регионов-членов по международной деятельности. Также проводится международный форум АРАСФА, куда приглашаются международные эксперты для решения вопросов по различным направлениям. Проведение данных мероприятий способствует обмену опытом и укреплению единства Северо-Восточной Азии. Ежегодно проводится форум молодых лидеров Северо-Восточной Азии, где принимают участие студенты из регионов-членов АРАСФА. Целью форума является воспитание будущих лидеров. Через сотрудничество в Северо-Восточной Азии к глобальному лидерству. АРАСФА тесно сотрудничает с разными международными организациями.
В 2012 году было подписано соглашение с AER – Ассамблеей Европейских регионов. В 2014 году с R20 – Организацией по внедрению мер в области изменения климата. В 2016 году с ICLEI – Международной ассоциацией «Местные органы власти за устойчивость». Также имеется соглашение с Институтом востоковедения Российской академии наук и Академией общественных наук КНР в провинции Хэйлунцзян. Всего имеется 15 партнеров по Северо-Восточной Азии в сфере регионоведения, культурного, социального и экономического сотрудничества. Вместе на пути к светлому будущему. Единая Северо-Восточная Азия – единое сообщество. Вместе с Арасва создадим будущее в мире и процветании. Единая Северо-Восточная Азия. Единое сообщество. Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.